Короче, друзья, теперь у нас самая интересная и веселая покатушка нашего мероприятия – это гоночки. А гоночки у нас будут с Мишей. Миша будет ехать на лифе, я буду ехать на Тесле. Но для того, чтобы было все по-честному, потому что у Миши вот есть сомнения, он говорит, я тебя приделаю. В Одессе я приеду быстрее. В чем прикол? Прикол в том, что Тесла проезжает дольше, но она дольше заряжается. Вот на данный момент Миша сейчас полностью заряженный, и он стартует. Тебе на сколько хватит заряда? Ну, я не буду экономить, я буду ехать быстро. Поэтому это 100 километров гарантированно. А там как повезет. 100 километров гарантированно. Ну, а мне еще полтора часа стоять, задуваться здесь. И потом только я отсюда стартую. Я проеду, конечно, больше, чем Миша. Но, опять же, мне там дольше заряжаться надо. Ну, точнее, я проеду дольше расстояние, но он меня догонит, когда я буду стоять на следующей зарядке. И, конечно, у нас точка перед Одессой где-то... Есть Шадема 40 киловатт на Воговской станции, как раз въездной знак в Одессу, но мы разворачиваемся на просто обратном направлении через окружную петлю, делаем 500 метров, становимся на эту зарядку, потому что она удобная тем, чтобы зарядить полный бак и тебе, и мне быстро перед Одессой, чтобы уже спокойно кататься по Одессе, ничем себе не отказывая. В кондиционере или в печке, судя по погоде, не знаю. Походу в печке, я что-то по Одесске вообще не по погоде одетый. То есть принимаем условия конкурса такие, что кто первый из нас тыкает нос на той станции, тот и победил. Да. Парі? Да. Стартанули. Стартанули. Нота, привіт. Змагання Tesla Leaf продовжується. Ми проїхали 26 кілометрів, витратили на то 19% і потрапили у корку. Але ми їдемо, а Tesla ще стоїть на зарядці. І скільки буде стояти? Ну, мабуть, ще годинку простоїть. Будемо сподіватися, що ми корку проїдемо. Рухаємося в сторону Білої церкви. Швидкість стабільна. Нарешті видержались з Києва, з корок, з дощу, дорога суха. Ну а Тесла ще досі позаду. Мабуть, ще досі заряджається. Білу церкву. До наступної зарядки 29 кілометрів, у нас залишилось рівно 29. Йдемо дуже близько. Але їдемо. Тесла ще досі заряджається. По 26 кілометрів від місця старту. Ми все ж таки змогли це зробити, доїхали швидко на одному заряді. Вже за Білою церквою перед Жашковим. Заряджаємося 78 ампер. Тесла ще досі заряджається там, у Києві. Оце десь там. Друзья, итого, заехали мы за Белую церковь, в Киеве мы зарядились не полностью, решили подзарядиться нормально за Белой церковью, вот у нас сейчас получается 148 километров, 10, 20, 30, ну 38 где-то, наверное, процентов, дает нам сейчас 150 километров в час заряда. Вот мы уже подзарядились на 24 километра. Вон сзади, опять же, зарядка этот Auto Enterprise. Не оковские заправки на этого Баба Назарма Шамона. Не помню даже, как его зовут. Короче, это, короче, дебильные зарядки, на которых можно 8 часов стоять, чтобы зарядиться, и можно реально посидеть. Вот. А где телефон? Сколько у нас там времени? Времени у нас сейчас 18:57. Ну и, грубо говоря, нам где-то здесь, наверное, часа полтора, наверное, нужно. Мы хотим тут зарядиться до полной и, возможно, до Одессы не заряжаться вообще. Но, скорее всего, наверное, нет. Еще где-нибудь на полчасика, наверное, притормозим. Короче, как-то так.
полтора часа. Сейчас пойдем возьмем себе по кофейку, посмотрим. Ну, кстати, ТНК, конечно, так вот на Воге где-нибудь бы нормально было бы. Покушать было бы здорово, конечно. ТНК это мрак полный. Но посмотрим. Что-то может быть, что-нибудь есть покушунькать. Все, друзья. Алиф едет впереди. Гад. Гад, Лиф едет впереди, сука. У меня вообще верока вероятно, что Лиф реально нас может натянуть. Сволочь, негодяй. Михаил, ты гад. Ты гад, Михаил. Представляете, мы Тесла, же на Тесле. Мы на Тесле. Тесла Лифу проиграет. Это просто печалька, конечно. Вот, и что? А, и цель же у нас номер два. Часы сели, блин. А, и цель у нас номер два, это сегодня попасть в Одессу. Не знаю, насколько это получится у нас или нет, но хочется попасть сегодня в... Ну, выехали, видишь, на час позже. Так бы, я думаю, точно впулились. Ну, а так посмотрим, можем, конечно... Хотя, в принципе, 7 часов. У нас еще времени, 5 часов, да? Можем еще до Одессы успеть. Ну, будем стараться, по крайней мере. Все, ждите следующее включение. День Незалежності, змагання Лів плюс Тесла тривають. Зараз ми знаходимося в Умані. Лів вже майже півбаку заряджений. 474-та зарядна станція, 39 ампер на 380 вольт, ну, тобто маємо десь 14 кВт на годину швидкість зарядки. Тим часом, по моїм підрахункам, Тесла має дозаряджатися і майже завершувати свою зарядку за 77 кілометрів від нас в місті Біла Церква. Ну що ж, змагаємось далі. Так, ну короче, как-то так, то что мы маем, 98%, 43 ампера, 51 киловатт. Ну что, тронулись дальше. Выедем десь між Уманью та Кривим озером, а Тесла має під'їжджати десь до Умані, виїхала десь, гадаю, що хвилин 6 назад. Питання на Фейсбуці з приводу швидкості. Ось така в нас швидкість крейсерська. Круїз-контроль, нога трохи відпочиває. Короче, то чувство, коли ти лівую ногу вже не чуєш, точніше правую ногу ти вже не чуєш, приходиться їхати і давити на газ лівою ногою. Ви коли-небудь пробували таке робити? Это очень забавно, тем более, когда тебе нужно еще регулировать, чтобы не превышало 20 киловатт расход. Роман Юрьевич жжет, просто жжет. Если будут какие-то пагорбы или еще что-то, ну, сможем сэкономить как и километр два, или иначе. С приводу других показателей, це середня швидкість вийшла по дорозі, але це разом зі швидкістю, яка була у Києві, а ми там стояли в жутких корках, був дощ, і взагалі ледь-ледь виїхали, ледь вистачило до Білої Церкви з Києва доїхати. Просто погода нам спонукала до того, щоб ми не доїхали, але все ж таки нам це вдалося. Далі, ми вже проїхали 240 кілометрів за трохи більше ніж 3 години. Нам ще порядка 60 кілометрів до Кривого озера, де на нас чекає наступна зупинка на станції Шадемо. Тим часом Тесла починає нас наздоганяти. І завдання нашої команди, цей отриманий кілометраж, виграний у Тесли, тримати і не здавати жодного кілометра Теслі. Друзі! Мы наконец-то в Умане. Я надеюсь, наверное, это наша последняя остановка до Одессы. Больше я, в принципе, не планирую подзаряжаться. В теории
Нам до Одессы где-то, по-моему, километров 260-270. У нас показывают заряда на 303. Но чтобы себя особо не ограничивать и более-менее этот побыстрее может быть ехать, мы решили еще где-то минут 15-20 постоять в Умане на чарджи подзарядиться. Он здесь 20-киловаттный, не сравнить Сокка, конечно, на которой можно подзаряжаться 8 часов. Здесь у нас показывают, что мы будем заряжаться 80 километров за час. То есть мы сейчас постоим 15-20 минут, сходим, возьмем кофейку и сходим, возьмем кофейку, короче, и попрем дальше. Поэтому, времени у нас, блин, тут с яркостью так как-то у тебя. А времени у нас 21:22. Поэтому в теории 260 километров за 2,5 часа. Но мы можем сегодня еще успеть в Одессу. Надо сегодня успеть в Одессу, очень надо. Все, друзья. Я надеюсь, вам так же интересно, успею я или нет, как и мне. Вот напиши, вот прямо сейчас возьми, напиши комментарий. Успею я или нет? Раньше лифта? Раньше, вот давай так, пишем в комментариях, пока не досмотрел видео, ну по чесноку только, так вот, чисто по-пацански. Первый вопрос, приеду я быстрее лифа или нет? И да, нет, первый вариант, вопрос. И пишите цифра 1 и да, нет. И вопрос номер 2, успею ли я сегодня добраться в Одессу? Да или нет? Давайте поиграем в эту игру, очень интересно, и потом кто, а потом досмотрите видео до конца и будете понимать, вы правы были или нет. Ну, я, по крайней мере, тоже буду знать, я пока еще ничего не знаю. Мне вообще сложнее всего, вы хоть можете видео перемотать, а мне, сука, перемотать нечего. Ну, не перематывайте, реально, посмотрите, ну, интересно же, интрижечка. Все, ладно, погнали за кофе. Ну що, спільнота, 309 кілометрів від лінії старту, ліфт досі ще попереду. Де Тесла, я вже не знаю, прогнозувати дуже складно. І ми заїжджаємо майже на останню зарядку, подивимося, чи потрібна буде ще одна перед Одесою. На ЗК «Октан» тут не мережева зарядна станція, тут одна особлива, тут власник ставив її для себе та для своєї Тесли на 50 кілометрів. Завершуємо зарядку у Кривому озері. Попереду ще 66 кілометрів до наступної зарядки, до останньої зарядки автогриль «Мисливець». Де Тесла? Тесла. Ні, не бачив. І ми на останній зарядці перед Одесою. Далі тільки фінішна пряма. Що не підключилось, поки що маємо 24% батарейці. І звідси нам треба 90 км до фінішної лінії. Тесла зараз, по нашим розрахункам, має бути десь 65-70 км за нами. Тобто, ми маємо звідси виїхати раніше, ніж сюди добереться Тесла, тому що вона вже їде до фінішу, не зупиняючись. Йдемо нос к носу, і може бути таке, що ви ще побачите драг-рейсинг перед останньою зупинкою. Вболівайте за свій улюблений електрокар і подорожуйте. Щойно нас обійшла Тесла, поки ми були на зарядці. Ми від'єдналися і наздоганяємо Теслу. Інтервал між нами 7 хвилин. Рівно 7 хвилин. Тесла проїхала зі швидкістю десь 70 км за годину. Ми їдемо 80, трохи наздоганяємо. Так, і ми використовуємо фуру для того, щоб аеродинамічного спротиву повітря було менше. Тому що в нас не повний бак, а нам їхати 100 км. І ніколи не вірте у цьому брехунцю. Ці 114
означає, що буде реально 90 кілометрів. Нам треба 100. Їдемо. Вже нема чого економити, залишилося 9 кілометрів до лінії фінішу. Теслу ми ще не наздогнали, але Тесла ще й не фінішувала. Ми десь зараз зустрінемося, хвилина на хвилину. Спільнота, бачите оті фари попереду? То є Тесла, але вона не знає, що ми позаду. Тесла їде десь зараз 113, може так. Ми її не обганяємо для того, щоб вона не бачила. Трохи хитрощів, тому що якщо ми її обженемо, почнуться гонки. Нам це не потрібно. Ми до останнього будемо позаду. І в останній момент ми зробимо так, що будемо сподіватися, будемо першими. Приїжджаємо на фінішний вог. І... Короче, друзья, как думаете, ну вот поскольку мы сейчас здесь все вместе собрались, кто приехал раньше? Вот давайте такая маленькая, этот, 30-секундная фигня, подумайте все-таки, кто приехал первым? Вот сейчас прям написали в комментариях, а теперь правильный ответ. Та-та-та-да-та-да-ти-да. И у нас еще 46 целых километров. Это половина жизни лифа. Мы красавцы. Мы красавцы, мы выиграли. Нет, лифа здесь не стоит. Приезжаем на финишный вог. И... Бачим тут Теслу. И бачим тут Теслу. Давай, радуйся. Я радий, 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 щасливий, довольний. Ура! Ми победили, ура! І ми приїхали. Короче, ми приїхали чуть-чуть позже, ми опоздали на 27 минут, но у нас ще 46 кілометрів. Реально ми могли б успіти. Ми знімали вам відео, ми на це тільки час времени убили. І ко всьому к этому ще прикол в тому, що ми могли б успіти, но не хотіли увалювати реально батарею, просто в ноль її висаджувати. І реально, якщо б ми навалили, ми б запросто б успіли сьогодні успіти, як я і говорив, за сьогодні доїхати. Ну вот, все, друзья. Спасибо, что смотрели, это было классно. Мы, может быть, дождемся лифт. Сейчас узнаем, где он, а может и нет. 4:38. И стоим мы здесь уже... Заряжаемся целых 3 минуты. Короче... А вот он и лифт. Я как знал. Что вы можете сказать по этому поводу? Я как знал, видео только включил. Привет. Здорово. Это было дуже цікаво. Да? Вы когда подъехали? Сколько вы здесь стоите? Стоим 3 минуты. 3 минуты? 7 минут. Опережение было у тебя. Ровно 7 минут. С последней зарядки. Мы на гриле тебя увидели и сразу прыгнули, немножко нагонять. Ну, а мы так не спеша, не торопя. Ну, ты ехал 70. Не, я местами, у меня видео есть, я 150-160 шуршал. 150-160 да. Ну, у нас мы 150 не можем шуршать, у нас всего 150 ограничений. Не, мы всю трассу держали 80-90. Вот, мы старались экономить время на зарядках. Очень сильно экономить время на зарядках. Вот максимально время включения, выключения, это то, что мы можем себе позволить. Потому что, в принципе, вот это лишний звонок оператору может отнять 5 минут времени. 5 зарядок и 5 минут времени – это полчаса. Мы часа заряжались раз. 277-я станция, 40 кВт, и все, ты да. Там и все. 2 и часа. Сюда, да? И дотянул сюда. 2 часа там заряжался. 2 часа. До сюда 330 километров от нее. Мы остановились на Воге, взяли кофе, постояли там 10 минут, по-моему, да. И все. Ну, мы там подкинулись 10 минут, но что он там подкинул? Ну, считаем, кто победил. Конечно, мы. Я. А теперь еще один правильный ответ. Насколько я быстрее приехал? На 3 минуты. 3 минуты. Ну, маленькая ремарочка. Учитывая, что мы выезжали в Литву, было запас отхода на 100 километров, в Тесле на 160 или не старта, и в Тесле было 50% заряжено. То есть у Теслы на старте было с собой в запасе, примерно 40 кВт, если я не ошибаюсь, да? Ну, плюс-минус. А в лифе было у себя с собой лишь 18 кВт, это точно мы по Лиспаю смотрели. И мы долго не могли сойтись, высчитать вот эти 3 минуты, поделить, какую фору дать лифу, там, 15 минут, полчаса времени. Короче, все горшки побили, долго думали и решили сойтись на ничьей.
А друзья, сколько, кстати, приехал у тебя остаток? У меня сейчас была одна полоска, то есть я бы думал, что километров бы 10 я бы еще протошнил, либо километров 5 я бы въехал дальше жестко. А у меня 46. Друзья, а вы выбирайте, на чем ездить. На 15 тысяч долларов или на 55 разницы нет. И запомните, выкиньте из головы этот дурацкий миф, что вам нужна большая батарейка. Не нужна вам большая батарейка, вам нужна большая зарядка. Да. Да. И реально, подорожуйте, друзья мои, подорожуйте Украину. Реально, зарядки решают, потому что вот эта оковская срань, которая стоит, мы пока ехали, наснимали такого цирка, но тут, поскольку мы валили с тобой, мы уже не останавливались на оковской зарядке посмотреть. Естественно. А так, конечно, ну вот, это, вот эти аппараты нереально решают. Все, друзья, спасибо, что смотрели, ну а мы отдыхать, бо времени уже писец. Всем пока.